Вот наша чемпионка Юлия Белорукова. Пару слов буквально для подписчиков проекта «На лыжи». Как сегодняшнее соревнование? Полуфинал и финал как-то... Это была прежняя Юлия Белорукова? Ну, я не знаю. Я не знаю, на самом деле. Просто бежала и укладывалась по полной, старалась каждый забег отрабатывать на все 100, ни за кем не стоять, никого не знать, просто работать свою силу, и все. Ну, довольна результатом? Очень. Ожидала такого вообще от себя? Ну, как бы, ждала, но, так скажем, надеялась. Юль, поздравляем тебя. Спасибо. Большое тебе спасибо. Ждем на следующих гонках выступлений. Удачи.